Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня мы поговорим о индивидуальном подходе. Мы все реализуем этот принцип в своей работе. Каждый педагог стремится, чтобы для каждого своего ученика найти оптимальные возможности для обучения, чтобы он все воспринял. Тем более обучение фортепиано само по себе индивидуальное. Но какие возможности применить индивидуальный подход нам дает вообще существующая программа? Я бы сказала, возможности очень относительные. То есть мы просто-напросто пытаемся подобрать для каждого ребенка ту программу репертуарную в рамках существующих требований, которая более или менее будет соответствовать его уровню, его возможностям, его способностям и его целям. Но на самом деле мы очень скованы репертуаром. То есть у нас вот есть определенный репертуар, полифония крупная форма, там два этюда, техзачет, пьеса и так далее. И вот она из года в год повторяется у нас одно и то же, каждый год, одно и то же, и все. Вот с одной стороны можно сказать, ну да, это же правильно. У нас есть все основные, так сказать, жанровые разновидности здесь представлены. И мы, в общем, логично, что мы развиваемся по этому плану. Но здесь очень-очень-очень сильно можно поспорить. Во-первых, почему так получилось, что в центре музыкального образования, в центре образования детей стоит репертуар? Вот именно репертуар. Не конкретные знания, не чтение нот, ни выразительность, ни техника, ни штрихи, ни ритм, ни знание музыки, а вот именно репертуар. Понимаете, очень важна изначальная позиция. Что стоит в центре? К чему мы стремимся? У нас получается, что мы можем реализовать учебную программу, внутреннее ее содержание, то есть вот все, чем она должна быть наполнена, только с детьми очень способными. Потому что они могут все это освоить, несмотря на то, что постоянно занимаются фактически репертуаром. Дети уже средних способностей, даже, я бы сказала, дети способные, но не вундеркинды, даже они уже страдают от этого репертуара-центризма. Потому что особенно первые годы в центре ни в коем случае репертуар не должен стоять. Не должно быть репертуарных требований на экзаменах. Первый, второй, третий класс. Я в этом абсолютно уверена. Потому что в это время идет закладка всех профессиональных основ. И мы должны позаботиться о том, чтобы у ребенка сформировался хороший ритм, чтобы у ребенка сформировался хороший навык чтения нот, чтобы у него сформировалась техника игры, определенная для дальнейшей учебы, для дальнейшего планирования. Когда у нас в центре стоит репертуар, то есть вот в первом классе вот он должен сыграть определенное произведение, да, и это главное. Но с какой стати это главное? Почему это главное? Это не главное. Это очень и очень второстепенное на этом этапе. Новорожденный ребенок, он не моет посуду. У него нет определенных обязанностей. Есть система, которая позволяет ему сформировать основные навыки. И в данном случае эта система работает на него. Также и у нас в начальных классах сначала программа, я не говорю репертуарная программа, я говорю обучающая программа. Обучающая программа должна работать на ученика, на ребенка. По мере взросления уже ребенок начинает работать на программу. То есть мы видим отдачу. Но не сначала. Потому что все дети разные. Вот индивидуальный подход. Мы возвращаемся к индивидуальному подходу. Как можно вообще реализовать индивидуальный подход по-настоящему глубоко индивидуальный, полезный и правильный, фундаментальный индивидуальный подход, когда у нас у всех
идут одинаковые экзамены, одинаковая репертуарная программа этого репертуара, который стоит в центре. Вот мне напоминает наш индивидуальный подход такую ситуацию. Представим, у нас есть много обуви, туфли, скажем, примерно одинакового размера, все большие. И наша задача просто-напросто подобрать индивидуальный размер там, ваты или чего-то еще, что мы подкладываем, чтобы хотя бы можно было в этих туфлях как-то ребенку передвигаться. Это неправильно. Нужен просто другой размер обуви. И не только размер. Наши новорожденные, они не ходят в туфлях на каблуках. У них есть специальные пинетки, там, я не знаю, какие-то ботиночки такие мягкие все, вот, потому что он должен научиться ходить. Наш ребенок, наш начинающий, первый, второй, третий класс, он должен научиться играть. Он должен понять какие-то базовые теоретические моменты. Он должен научиться читать ноты, по крайней мере, получить базу. Он должен освоить ритм. Мы ничего не можем этого сделать полноценно, потому что мы должны сдать полифонию, крупную форму, там этюд, пьесу или что там еще. Вот, мы подбираем такую программу, которая ну, как-то хотя бы соответствовала нашим учебным задачам. Но зачем такие трудности? Почему нельзя сделать в первом классе вместо репертуарного экзамена? Почему нельзя сделать зачет по чтению нот? Зачет по ритму, зачет, не знаю, по легато, зачет по стаккато, зачет по аккордам, зачет по знанию интервал, если уж нам нужно такое большое количество зачетов. Я понимаю, зачеты нужны. Почему? Потому что система образовательная, она требует зачетов, иначе можно очень сильно расслабиться и просто ничего не делать, да. Вот те, кто занимается с частными учениками и в школе, да, и есть опыт преподавания. Ну вот, например, как у меня. Я много занимаюсь с частниками. Опять-таки, я очень много лет проработала в школе, и сейчас до сих пор у меня есть немного учеников. И вот я вижу, одно дело, когда ребенку нужно сдать экзамен, он вынужден готовиться, да, он вынужден заниматься. Частники, они могут очень, некоторые ребята могут очень сильно расслабиться. Вот, поэтому мы всегда устраиваем концерты, что-то такое, чтобы не было возможности расслабляться уж совсем. Вот. То есть зачеты нужны, но важно понять, какие зачеты нужны в первом, втором, третьем классе. Вот это, этот период, если сравнивать с периодом жизни ребенка, да, это период новорожденного. Там совсем другие законы. Невозможно. Вот это все портит. Почему у нас в первом, втором, третьем классе в музыкальной школе ну, идет такое медленное развитие? Ну, это просто ни в какие рамки вообще не входит. И я с этим сталкивалась всегда. И вы знаете, невозможно о себя сравнивать с кем-то другим. Я не имею в виду конкретно меня и конкретно кого-то другого. Вообще, в принципе, можно сравнивать только свои результаты внутри, скажем, каких-то систем, внутри своей жизни. И я могу сказать, что когда я работала до системы ручной пьесы упражнения, свою эффективность сравнить, и после того, как эта система уже была изобретена, и все обучающие материалы, сами ручные пьесы упражнения, азбуки чтения нот, система развития ритма, когда все это было сформировано. И вот я, скажем, сравниваю свою эффективность, то, как дети играли раньше, и то, как дети играют сейчас. И это две несравнимых вообще вещи. Сравнивая свою эффективность в разных системах, я могу сказать, что вот это первые годы обучения, то система в музыкальных школах, она вообще неправильно построена совершенно. Нельзя так. Нельзя ставить репертуар в центре обучения в начальных классах. И вот еще что я хочу сказать. Все мы любим говорить о нашей отечественной системе музыкального образования. Она действительно прекрасна, она хороша. И в ней есть две совершенно уникальные вещи,
которые мы должны ценить и беречь. Во-первых, это вообще возможность учиться в музыкальных школах бесплатно, да, для многих детей. Проходить вот это вот вначале у нас там 8 лет, затем колледж, затем вуз, это гениально, это здорово. Здорово, что есть такая возможность, и государство нам ее предоставляет. Второе, у нас потрясающая школа, да, музыкантская, школа звука, школа техники, школа вот эта вот вся вот, ну, кладезь, который собран музыкантами предыдущих поколений, и мы это сейчас ценим, развиваем и пестуем. Но большинство детей в обычных музыкальных школах, они просто не доходят до вот этих сокровищ. Они застревают на несколько лет в разборе нотного текста, в сдаче бесконечных зачетов и экзаменов, где они играют все сырое, все не готовое. Там просто не доходит до звука, до техники, не доходит вот до всех этих потрясающих деталей, до туше, до вот каких-то, ну я не знаю, секретов, тайн пианизма. Тоже касается и других инструментов. Потому что у них совершенно другой уровень. До этого доходит только очень способные ребята. Очень способные. Даже просто обычно способные. И то к этому могут прийти в лучшем случае там, в старших классах. Тогда получается, что вот яблоки, вот эти вот сокровища, они висят слишком высоко. И мы должны подумать, что сделать, чтобы вот это вот потрясающее накопление нашей культуры музыкальной стало доступно и для обычных ребятишек. И вот что именно мешает этому, то это в первую очередь система образования в начальных классах. Я могу согласиться с репертуаром, который становится важной частью и самой главной, да, начиная где-то с класса 4, 5, там уже, да, уже у ребенка есть база, он может и должен, да, опираясь на нее, выдавать нам результат. Но у него будет гораздо более классный результат, если мы первые 3 года откажемся от репертуарных зачетов, а переместим акцент на сами навыки. Как я уже говорила, игра, техника, всевозможные штрихи и приемы, чтение нот, ритм и теоретическая база, основа. Вот что должно быть в центре первых, по крайней мере, 3 лет. И тогда мы сможем реализовать наше с вами индивидуальное обучение, индивидуальный подход. И дети будут гораздо более успешны. Вот такие мысли. Всем всего хорошего. До свидания.